Я слышал от одного шейха, через которого построено было много мечетей, в ваших краях в том числе, построено много мечетей. Он говорил, что не мечети надо строить, сначала нужно построить имамов, джамаат для этой мечети, потом уже мечеть. Да, мечеть, она, конечно, имеет свое важное предназначение, вне всякого сомнения, но если эта мечеть благо, распространяется, исходит из нее благо. Не только лишь бы построить. Как бы то ни было, у людей большое невежество в этом вопросе. Сподвижники, смотрите, есть и сподвижники даже. Кто-то из них мог совершить что-то, да, какое-то благодеяние, деяние благочестия, какую-то трату благую, и при этом оказывалось, что есть нечто лучше. Маймун рады Алтарана сделал благой поступок, да, благое пожертвование, ну, Проксусым сказал, что есть нечто лучше, более великое, чем это, правильно? Важность советоваться с ахлюль-ильм, с улема, со знающими людьми в таких вопросах. Поэтому и спрашивали не совету пророка, алейхиссалату вассалям.